Наш телеканал продолжает рассказывать о женщинах, которые работают в совершенно разных сферах. Так, некоторые из них являются представительницами типично мужской профессии. Например, водитель общественного транспорта. В следующем сюжете нашей героиней стала Агата Жук, которая работает в компании «Верхневолжское АТП». Представители сильного пола зачастую скептически или с иронией высказываются относительно женщин за рулем. Например, делают их героинями анекдотов, типа «Моя жена чувствует себя богиней за рулем, потому что, когда она управляет машиной, я непрерывно молюсь». Ну, во-первых, это делается чаще всего любя, а во-вторых, женщины все активнее осваивают многие профессии, считавшиеся мужскими, как это сделала героиня нашего сюжета. Знакомьтесь, Агата Жук, стаж работы водителем почти 8 лет. Сейчас женщина работает в компании «Верхневолжское АТП». Ни много ни мало водителем большого пассажирского автобуса. Была такая история. Я как-то ехала в городе и увидела, как водитель большого автобуса рулил, заруливал, входил в поворот. Меня это очень-очень воодушевило. Очень захотелось самой тоже попробовать. Я буквально через месяц оказалась на подготовительных курсах и уже училась. И с 21 года за рулем общественного транспорта. Водитель автобуса – профессия очень ответственная. Как рассказывает Агата, необходимо иметь большое терпение и дисциплину. Ведь необходимо следить не только за тем, что происходит на дороге, но и в салоне автобуса. Действительно, нужно много иметь опыта, чтобы суметь перевести, суметь каждому ответить, суметь каждому найти подход. Потому что люди подходят, что-то бывает спрашивают, интересуются, не знают города. То есть это мы коммуникабельны, и одновременно, помимо нашего салона, мы едем на больших дорогах. У нас пешеходы, у нас другие участники дорожного движения. В мужском коллективе Агата чувствует себя комфортно, но трудится наравне. Поблажек себе никаких не позволяет. Мне комфортно в мужском коллективе работать. Действительно, у нас такой сплоченный коллектив, хоть и новый. Но все равно мы уже сдружились. Все водители все равны. Также выезжаем рано утром, встаем в 3 утра. Также трудимся на линии. Также помогаем пассажирам. В общем-то, да, наравне. Работа профессионального водителя точно не из легких. Она требует хорошего внимания, навыков управления крупногабаритным многотонным транспортным средством, знания правил дорожного движения и, разумеется, безупречного здоровья. Ведь за рулем приходится проводить десятки часов в неделю. Агата, вы работаете в любую погоду, очень напряженно, поэтому наш партнер, инновационный сосудистый центр, решил подарить вам вот этот сертификат на консультацию у врача-флеболога. Представитель инновационного сосудистого центра Владислав Дергач лично поздравил всех тверичанок с замечательным праздником 8 марта. Дорогие любимые тверичанки, от лица инновационного сосудистого центра поздравляем вас с 8 марта. Мы желаем вам оставаться любимыми, счастливыми, желанными и, самое главное, здоровыми. В этом году Верхневолжскому АТП исполнился год. Сегодня это крупная современная компания, обслуживающая основную часть маршрутов в Твери и Калининском районе. Основа компании – профессиональная команда управленцев, имеющая опыт успешной реализации крупных проектов в транспортной сфере. И, конечно же, большой коллектив опытных и дисциплинированных водителей, таких как героиня нашего сюжета. В преддверии Международного женского дня от нашего партнера, единого центра Trade-In, расположенного по адресу Малой Перемерки, был также вручен пакет сувенирной продукции. Единый центр Trade-In предлагает широкую линейку автомобилей от эконом до люкс-класса. Услуги по их продаже, комиссии и ремонту, а также продажу в кредит без первоначального взноса. Для клиентов предусмотрена бесплатная предварительная оценка, возможность предварительного заказа с учетом индивидуальных предпочтений, гибкая система скидок. Старший менеджер компании Борис Поликарпов в канун праздника 8 марта обратился с теплыми поздравлениями ко всем представительницам прекрасного пола. Поздравляем прекрасную половину нашей страны с весенним праздником, Международным женским днем. Желаем вам всегда сохранять молодость души, активную жизненную позицию и стремление совершенствоваться. Поздравлением в адрес героини нашего сюжета присоединились сотрудники крупнейшего интернет-гипермаркета выгодных покупок «Техпорт». Агата, в любом деле, в том числе и в приготовлении любимых блюд для себя, семьи и близких, необходима современная техника. Наш партнер «Техпорт» предоставляет вам сертификат, по которому вы можете купить ту продукцию, которая вам понравится. Как известно, женский праздник просто немыслим без цветов. Классики мировой литературы со знанием дела утверждали, что цветы – это призраки рая на земле, а женщины – божественные создания. Поэтому любая из них непременно становится счастливее, когда вы одариваете ее этим благоухающим знаком внимания.
Роскошный букет цветов от компании «Орхидея», чтобы ваше 8 марта было такое же яркое, как эти цветы, да и каждый день ваш был таким же ярким. Спасибо вам большое, очень приятно и неожиданно для меня. Спасибо. В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские или женщины-астронавты. Сегодня женщины работают и в бизнесе, и в политике.